По тем данным, которые мы располагаем, то урожай зерновых предполагается на уровне 15 миллионов тонн. Это достаточно неплохой урожай. Это в чистом виде или в бункере? Это в чистом валовый сбор. Да, далее, что касается объемов экспорта, то здесь уже будут сами субъекты рынка принимать решения, в том числе через инструмент такой, как единый зерновый холдинг. То есть конкретно по объемам экспорта я сейчас не могу сказать.